Сім. Прийшла посилочка за йогурт. На этот раз нужно витамин D в жидкости. Это для себя взял таблетку. Витамин С, лецитин, гималайская соль. Она лучше, чем соль обычная и морская даже. Я потом взяла новый шампунь попробовать вот такую вот касторовую массу. Не все же держит сульфатов, парабенов и разных ненужных веществ. Вот такой шампунь я пользуюсь уже больше года. Это с маслом грейпфрута, экстрактом грейпфрута тоже нет сульфатов. В общем, очень классно. Укажу внизу промокод. Там есть 10% скидочка. Вот такую еще взяла. Зубную пасту пробовать. Здесь активированный уголь, кокосовое масло отбеливающее, но она черная в цвет. Пробуем, есть ли отбеливающий эффект.